Подарки тебе Дед Мороз оставил, представляешь? Проснулась? Иди пописай и пойдем. Опять улеглась. Вставай. Там Дед Мороз оставил подарки, пока ты спала. Иди писай быстрее. Пошли подарки смотреть. Подарки вообще-то... Кто дядя слушается? Ну ты же слушаешься, у нас послушница. Давай, беги. Как много. Много? Это что? Ты это не просила, да? Но все равно дедушка подарил. Давай дальше смотри. Это ты же писала ему, да? Да, я. Ну давай ты остальные посмотри, что там есть. Посмотри, ты просила куклу. Ты куклу видишь? Ой! Ой! Бери быстрее, ну, бери, это ж тебе. Она же не проснулась. Трясется. Ух ты! Ой. А это что? Это конфеты полнокоробка. Открывай. Тяжело, за ручку держи. О, какая тяжелая. Ох. Это тяжело. Так, ты знала. Мама поможет тебе, Бог там открывает. Давай. Это который ты не один принесла. Еще такое же. Коровка. Бык. Бык. Год же быка. А вот тут посмотри, что. Тут это от бабы Ларисы? Нет, вот тут-то не от бабы Ларисы, посмотри. Это от Деда Мороза. Ой. Смотри, еще что. Ты спросила яйцо, чтобы вылуплялось из яйца животное. Помнишь вчера? Давай поедем. Ну, это потом. Да. Сы, как... Ой, это я не убью их. Ну, я съем. Ты же знаешь, я не против. Мои любимые кинды. Ага. Ну, так тебе. Ну, что, лялечка? Гвоздик. Да? Нет, просто конфетка. Смотри. Вон там что? О, там что? Ой, порвался пакет. А я тебе говорил, сегодня не покупай слайм. Знаю. Мы вчера просила, ты Дед Мороза, мы писали письмо, а что там еще? Это... Духи делать! А может у тебя съесть там? На работе, да, такие. Давай конфеты высыпем вот сюда на эту ерунду, посмотрим, какие конфетки, давай. Это... Высыпай прямо с коробки. Высыпай на пол. О, сколько много, ничего себе. Киндер, смотри, какой большой. Там еще не все. И вон вот предрукатился, смотри. Вот это да. Вот. О, Майка, конфеточка. А вон тут бы маме. А смотри, какая. Да, вкуснятина. Вот нет, рядом, золотисто. Это мама любит. Это мама любит такое. Спасибо. Тут еще какие-то есть. Вот это что-то. Это его папина козыка. Его друг. Его друг. Вот сколько много. О, обалдеть. А тут что? Давай да. Смотреть. Смотрите. Это корова. Бычара. Бык. Это от кого? От Деда Мороза. Еще. И вот. Вау. Еще. Давай папа соберет коробку. А вон в том, давай посмотрим. Вон, сзади тебя. А это от кого? Все, от Деда Мороза. Смотрите. Да, но не припахай. Это
да. А то вдруг там что-то разобьется. А это? Это лавыс. Конфетки лавыс. А я вот это знаю. Класс. А это что? Шоколадки. А что они такие? Ну, интересные новогодние. Эй, а, моя конфетка. Во! Во, съеденная уже это тобою. Вот, смотри. Классно, да? Вот это да. Сколько пора? Ты Лялечку рада? Ты спроси, открыть можно ее? Давай потом откроем, поехали. Говорят, что Дедушка Мороз к бабушке с дедом приходил. Закинул там под елки. Еще там под елки подарок. Поехали, подарок давай собираться, положим. Да, поехали к бабушке. А можно я сейчас поиграю в этот, который тут на спиду? И можно... Вот про это? Да. Нет, да. Надо долго играть. Типа... Ну пускай поиграет, но... пока я буду собираться. Я буду опять. Отметили 75-летие Великой Победы. Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания. Они побуждают нас в нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетие 21 века. Дорогие друзья, не все сейчас за новогодним столом. Я ешу. Суп, суп. Давай, давай, чуть-чуть. Не надо. Я там свой. Здоровья! Прости, моя солнышко! Во всех у нас! Давай, моя дорогая, чтобы все было у нас все я хорошо! Вас поцелую тебя, давай! Вот, давай! Если бы не вы, не сказал бы я свой дом! Если бы не вы, не знаю, как бы дальше жить! Если